на привязи из календарных 270. Капитан, вы готовы провести конференцию? Я немного занят. Передохни. С людьми тоже нужно пообщаться. Когда я долечу до Марса, выучу всего Маркса. Будут ждать для марсианского бытия запасы материалов, еды и питья. Сложнее всего решить вопрос с водой, ее всегда мало тяжелее, чем с едой. Для производства воды я создал реактор, испытал на земле, работает как трактор. Напоминает топливный элемент в электромобиле. Энергия преобразуется в воду, первый в мире. Реактор работает на грязи, как по почте. Высылает водород и кислород из почвы. Рекомбинировать их в питьевую воду никто не верил, но работает сходу. Испытывал реактор один в пустыне без воды. Мучила жажда, лишь на песке заметала следы. Тогда я понял, в пустынном трассе реактор заработает и на Марсе. Заработает и на Марсе. Выжить можно, когда реактор даст воду, внес некоторые корректировки к исходу. Без воды кружилась голова, мог бы вызвать подмогу тогда. Надежду выжить не терял фактор. На третий день заработал реактор. Когда я понял, в пустынном трансе реактор заработает и на Марсе. Когда я понял, в пустынном трансе реактор заработает и на Марсе.